450 тысяч на погашение ипотеки – такую сумму уже начали выплачивать многодетным семьям в стране. Речь о тех людях, у которых с 1 января 2019 года родился либо был усыновлен третий или последующие дети. С тех пор, как в силу вступило постановление правительства, больше тысячи семей написали заявление на получение этой господдержки. Их принимают с 25 сентября. Чтобы погасить часть ипотеки, многодетным стоит обратиться в свой банк и предоставить документы. Подтвердить нужно личность свою и детей, гражданство, материнство и отцовство, а также наличие кредита на жилье. Мера касается не только квартир, но и земельных участков.